Працоўный день основного школьного кермашу в Могилеве подолжены. Мини-рынок, який размястился на пляцовце каля гандлевого центра Парк Сити, будет працовать поздней. Так, по будных днях режим кермашу с 11:30 до 19:30. По выходных с 10 раницы и до 6 вечера. Как показывает практика, большинство батьков набывают школьные речи и форму на подобных кермашах, бо это зручно. Все лето в областном центре у основным школьным кермаши принимают удел больше за 70 субъектов господарения, у тем лику и предприемстве «Беллегпрама». Мини-кермаши организованы и у інших населенных пунктах региона.